Жители Нарьян-Мара смогут заказывать продукты питания и услуги на дом. 20 апреля начнет работу онлайн-торговый центр «Маркет-83РФ», в котором будут представлены более 25 торговых точек и салонов Нарьян-Мара. Александра Литкова продолжит тему. Не секрет, что в связи с ситуацией с коронавирусом предприниматели в сфере торговли и услуг терпят убытки. Посетителей поубавилось как в магазинах, так и в местах общественного питания и в центрах по оказанию различных услуг. В связи с этим открытие в окружной столице онлайн-торгового центра оказалось как нельзя кстати. И сайт разработан в виде торгового центра. То есть мы предоставляем услугу размещения уже известной в Нарьян-Маре, именно только в Нарьян-Маре сети магазинов или какого-то салона магазина. Например, вот, магазин «Море рыбы». Сейчас можно зайти на сайт и там, заказать, ну, условно, на дом карасей замороженных, то есть с доставкой, положить в корзину и, соответственно, получить на дом. Пока сайт работает в тестовом режиме с более чем 10 популярными в Нарьян-Маре торговыми точками. Заявки от потенциальных партнеров принимаются до 20 апреля. Именно в этот день и будет официально открыт сайт. Доставка продуктов питания будет бесконтактной. Кто-то может спросить, безопасно ли это все. Да, конечно, это все безопасно, так как мы соблюдаем все меры предосторожности во время эпидемии. Мы обязываем своих курьеров из курьерской службы доставки, на которых, кстати, есть все книжки, использовать индивидуальные средства защиты, и также у нас есть бесконтактное потребление, то есть до двери антисептиком обрабатывается продукт, доносится до двери, происходит оплата в виде онлайн, и то есть потребитель получает то, что заказывал. Создатели сайта уверены, что их услуги будут популярны не только в период самоизоляции. Сейчас разрабатывается мобильное приложение, которое начнет работу в начале мая. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».